Мы стремимся к тому, чтобы хирургу было удобно работать в операционной и комфортно. Да, мы все понимаем, что мы большую свою часть проводим в операционной, и на сегодняшний день любая медицинская услуга, она, к сожалению, находится под пристальным вниманием юридических законов. Система OR1 – это очень хороший контроль. Это очень хороший контроль за всем, что происходит в операционной. Это запись видеооперации, это сохранение всей информации о пациенте. Соответственно, врач защищает себя. Это раз. Второе – это, наверное, управление всей операционной, да, которое позволяет делать систему OR1 и полный контроль со стороны не только врачебного персонала, но и со стороны младшего персонала обеспечивает удобную работу хирурга во время операции. Сказать, что на сегодняшний день можно обойтись без интегрированной операционной, ну, наверное, можно. Но сказать, что это будет удобно, и сказать, что это будет современный хирургический комплекс, уже нельзя. Со временем каждый врач, который побывал в интегрированной операционной, да, он скажет, что это то место, где я бы хотел бы работать. Но мы к такому мнению пришли, и я, конечно, думаю, что мы не пожалеем ни одного раза об этом. Разницы в оказании услуг, я думаю, что не надо так разделять, выполнено ли это в частном порядке, да, то есть в частной клинике, либо это выполнено в государственной. Наша профессия подразумевает и во всех сферах высокую ответственность, и эта ответственность всегда лежала и будет лежать на плечах непосредственно самого врача и, естественно, руководителей клиники. Поэтому ответственность, она и есть ответственность, без разницы, в каких стенах она происходит. И я думаю, что вот именно система OR1 и вообще интегрированные операционные, они, конечно, первое, позволяют контролировать руководителю клиники процессы, которые у него происходят в операционной. Второе, это врачу чувствовать себя безопасно в стенах операционной, которая помогает ему сохранить правду, так сказать, которая происходит в этих стенах. На сегодняшний день, безусловно, любая работа, она подразумевает некий обмен опытом, да? И если мы говорим про интегрированную операционную, то именно этот инструмент позволяет с минимальной какой-то подготовкой к этому транслировать из нее операции, вызывать, так сказать, на консультацию более опытного ментора, демонстрировать свои успехи с помощью видеозаписи этих операций. Мы прекрасно понимаем, что чтобы обеспечить все эти функционалы в обычной операционной, нам потребуется очень много специализированного оборудования, и мы прекрасно понимаем, что это оборудование будет занимать какое-то место. Так вот, интегрированная операционная, она решает все эти вопросы на любые расстояния и, соответственно, является, наверное, одним из ключевых моментов интегрированной операционной. Ну, во-первых, в проекте любой операционной, давайте скажем, должна учитываться концепция. Что в этой операционной будет происходить, кто в ней будет работать, какие задачи стоят перед врачом, который будет работать в этой операционной. Соответственно, должна родиться концепция интегрированной операционной. Да? Где должен стоять стол, куда должна светить лампа, с какой стороны должен стоять анестезиолог. Когда мы знаем концепцию, да, то есть нам достаточно легко сформулировать задание для поставщика услуги. Поэтому концепция,
концепция клиники, концепция операционная, концепция врача. И я думаю, что при вот этих всех слагаемых мы получим хороший результат, который устроит всех. Прежде всего, качество. На сегодняшний день мы можем открыто сказать, что компания «Шторц» – лидер в интегрированных операционных в России с большим опытом. И мы знаем, что это уже не первая система. Да, то есть на сегодняшний день это совершенно новый OR1. Я думаю, что тут у нас и не было никаких сомнений, что мы будем пользоваться именно этой системой.